Если только, конечно, они попросят нас. Понимаете, на данном этапе они не равны. Но не следует забывать, что Украина – это крупное государство, населением 45 миллионов человек. И тот факт, что сейчас украинская армия находится полностью разложенном, разобранном состоянии, еще не значит, что она будет находиться в таком состоянии вечно. Запад способен предоставить технику, да, Запад способен предоставить военным советникам. Полным безумием казалась война 2008 года между Грузией и Россией. Весовые категории слишком разные. Однако именно Грузия начала войну. А Украина – это более серьезное государство, гораздо более серьезное и более населенное, чем Грузия. То есть Украина примерно где-то 9 Грузий, понимаете? То есть поэтому вероятность конфликта не стоит недооценивать. Украина по всем параметрам крупное европейское государство. Спасибо, Павел. Это был Павел Светенков. Мы обсуждали ситуацию на востоке Украины.